Испании где-нибудь там, поездки, все. Приносили бутылку шампанского. Я говорю, не раскрывайте. Я говорю, не раскрывайте. Как не? Я говорю, не раскрывайте. У меня для вас есть пари. Я могу, не раскрыв эту бутылку, выпить из нее 30 грамм шампанского. Ну, никто не верил. Ну, вот я сейчас предлагаю пари. Кем? Я за то, что бутылка запечатана. Но я из нее выпью 30 грамм шампанского, не распечатывая бутылку. На сколько спорим? Чего? На сколько спорим? Ну, давай. Ну, что? Поспорим. Ну, я не знаю. Ну, на 1000. Чего? На 1000. Я много денег тебе не дам сейчас. Вот так я спорил сюда. Итак, я выпиваю из этой бутылки 30 грамм шампанского. Налей.